На Дону идет работа по созданию двух обучающих программ по космонавтике, космическому всеобучу и курсу Chief Space Officer. Несколько лекций для них записал сегодня специальный гость, блогер, популяризатор отрасли и автор книг на эту тему Виталий Егоров. Я расскажу про перспективные космические технологии, про то, куда они развиваются. То есть это такой как раз лекция будет для подрастающего поколения, для того, чтобы они могли примерно сориентироваться, если они хотят реализовать себя в космонавтике, в какое направление имеет смысл смотреть сейчас. А вторая лекция направлена, наоборот, в историю. Мы говорим про космические эксперименты. Обучающие курсы рассчитаны на самую широкую аудиторию. Космический всеобуч будет интересен и школьникам, и студентам, и просто людям разных профессий. Вторая программа тоже универсальная, но информация там посложнее. Образовательный курс, второй проект Chief Space Officer, он создан для того, чтобы люди подчеркнули основы астрофизики, космонавтики, цифровых технологий, Python, искусственного интеллекта и, в принципе, смогли окунуться в такие основы того, что сегодня происходит в космонавтике. Обучение бесплатное, достаточно зарегистрироваться на сайте. Курсы стартуют 1 сентября. Эти образовательные программы помогут молодежи определиться с профессией, бизнесменам найти применение космическим технологиям в своем деле, разработчикам дадут дополнительные идеи для новых проектов. Техническими партнерами выступают Донской центр космических технологий «Арктурус» и НИИ «Спецвуз Автоматика». Космический всеобуч уже поддержан Миноборнауки России и правительством Ростовской области.